Итак, всем кусь-кусь, с вами Арсений, канал Зонтик Channel, уже на перестановленной винде. Вот, продолжаем. Сейвы, правда, полетели, ну ничего, это не проблема для меня. Итак, погнали, ну вот, видишь, что бывает, когда ты тормозишь. Теперь придется искать дворец чайника, какой-нибудь пирожок, чтобы выманить оттуда принца. Нет, ты видел, как он бежал, этот парень, бросать чемодан среди трусов, как его теперь выманить, большой кучей еды, или, может быть, пишем вещерамбами? А, не важно, главное, чтобы попался. Коюка. Спать. Всем спать. Даша тестирует линию. Да, поставил 11. Ну, нам же ее тут привычать не надо. Поворот ее поставит. Полазить, не посмотреть. Главное, что она грузится быстрее на десяточке. Так как это. Десяточка была уже убита. Пару бы полазить. А теперь все хорошо. Меня нет дома. Как только начинает записывать настрой, все начинают писать. Нет. Все. Для важных людей у меня стоит спектр. Давай, большой шар, сука. Гранат кончил. Ебать вас теперь. Понакатали нахуй. Так, по звуку у нас нормально. Чуть-чуть, наверное, вот так вот сделать лучше всего будет. А то меня может быть плохо слышно. Я разбил. Ебать, вы сколько шаров откуда нашли. Так, а график я настроил? Вроде как да. Да. Блять, статую ебнуть. Бедная статуя. Дайте еще ебнуть. Ебаная, блять, китайца. Не в плане нация, в плане здесь. Рыбу падает. Пугает. Хуёвая жизнь, толк от этого, блядь, ни шаров бы побольше, что ты или, блядь, ну вообще нахуй делать. Статую хочу, блядь, да. Я сади, блядь. Я снова была не очень хорошо, блядь. Действительно, блядь. Можно я сначала пособирать что-то? Нет, сохранить, блядь. Вот. Сейвы потерял, но скачал сейвы, все равно ты выбрал уровень, но правильно. В принципе, я же проходил до этого уровня. Так что можно сказать, что это не читерство особо. Ну не проходи же ты, Саша. Так, нам ядра пока непонятно. Пока так. Понятно, на кого нам ехать. Да, с быками, как справимся, блин. Блять, ну что? Эти, блядь, там сами себя уничтожают, нахуй, молодцы, блядь. Красавцы просто. Спасибо ты мне, быка ёбал, он меня убил. Вы ж дебилы, нахуй. Дурак, по мне стреляй, нахуй ты своих ловишь. Здравствуйте, блин. Вы так прагнулись передо мной.
Вот, заебался вчера настраивать там Discord, блядь, он с 11 почему-то не очень крашит, а микрофон вроде. Но мы уже знали проблему, поэтому это было быстро. Но заебешь там. Discord вообще штука, блин. О чем, что, как, нахера, блин. Нет, давайте не слушаем. Как у нас пушка написала? Я дрочистый изумруд. Там есть пробелы. Есть что. Я знаю, как эти штуки прошли. Блять, дальше. Обычная рада. Ёбашу мать! Напитали бы. Мясо! Началось мясо. Пусть лежит мои пули, это еще как-то, да, мягко сказано. Где этот леденец, ебаный? Лиши. Ладно, дайте патроны собираем. Надо бы ракетницу, например, поправить здоровье. Статую нахуй. О, шупербол! Ну вот, как-то уже и сразу полегче. Ну вот, игрушки поставил уже на новую с 11-ю. Только пока стримчанск не запускали, но еще не учили. Да, вчера вышку положил на помощь для такая вторая. Даже на рынке поставил. Вспомнил спас. Ну, она опять современная песня. Бля, 486 слаху не нужны, это достаточно. Но, блядь, вертикальная синхронизация ограничивает по шагу 30. А это уже все. Да, что-то будет, да? Понятно. Не, наверное, вот так вот лучше. Блять, кто этих мудаков курил? А? Люди, вы что курите? Так, леденец, рюкзак. Дверь закрыт, зайди. О, блядь. И что нам нужно найти-то, ебаный брат, блядь? Только уже пиздит мою тарелочку. Дверь пробить надо. Я не помню. Не, не надо. Йога. Блять, в западню ебаный такой. Да хуёвая жизнь, блять, толку от меня, блядь. Я все это шушеру, блядь, выбирать не буду. Там чувака заклинило, блядь. Эй, мудила, блядь. Ты как и не определился, блядь.
Ну, блядь, это закончится сегодня, нет? Блядь, сохраним. Все, можешь мне дверку открыть, ох, ебатка. Дверь закрыта, хуй. О, и что делать, блядь? Выебывайся, блядь, порёт. Может, нам сюда? А, нам сюда. Тик-ток. Сейчас после Мишки Албана ИПС заработает. Эй, выходи! У меня для тебя кое-что есть! Повыкладываю вам новых шерцов. Нет. Ну же, ты только посмотри на эти вкусные леденцы. Какие сладкие. Ням-ням. Нет. Ладно, ты меня вынудил. Угроза жесткая. Прямо с планету размером. И штанишки, небось, поясом астероидов поддерживает. Так, надо его ёбать. Вопрос как? Злый день какой-то. Я откусу тебе голову и засуну ее тебе в... Послушай, просто отдай мне медальон, и никто не пострадает. Только через мой труп. Я надеялся, что ты это скажешь. Куда ты, блядь? Ха, я так и знала, что он не стоит перед леденцами. Правда, проблемы как раз только начались. У принца есть пара приемчиков в запасе. Самое опасное — это вопение. Я не оперитуарий. К счастью, чай не очень тянулся. Он на дух не переносит звук священного гонга. Запомни этим и пользуйся. Здесь. А, ну все, я вспомнил, как повалить. По гонгу, блядь. Когда он будет вылетать. Надо следить за гонгом. Да заглуши спину. Бочара. Устрою я тебе руку брошу. Так ранимся на всякий случай. Ёб твою мать. Теперь тебя пиги, что ли, надо? Где моя... Ну, хуйтень какая-то. Блять, он какой-то злой, вам не кажется? Спать надо.
Так, чтобы такие не рождались, надо. Ну что ж, мы добыли третью часть. Слава богу, нам не показали, как это сделать. Было. Что за? Ничего. Следующее задание — планета... Ой, ёбаная планета лошадей. Да, планета Клир. Смотри. Ну, что можно сказать о планете Клир? Вулканы, камни, еще камни и еще вулканы. Вот все вкратце. И лава, много лавы. И клиры. Много клиров. Они были когда-то хранителями до тех пор, пока не отдохнули. Важен их силу на планету 1 000 000 000 тонн. Затем Мендел воскрес силы Кисиэмба и превратил в своих самых опасных солдат. А что слышно про часть медальона? Господи, народ! Ага, я же знал, что что-то видел. Срочно нужно починить эту фиговину. Уф, это место наполняет моим микросхемом, статическим шумом и все такое. Дальше этот клирский забрал медальон, а про клиров я вообще молчу, а то перегреюсь. Ну, в конце концов, есть эта богиня, что меня просто выговорят. И ставят другого носителя, так что это я нервничаю. Ладно, все шуточки, нам нужно пересечь пустошь и найти вход в каньон. Клировский, наверное, там. Следуй за клир... Вот, ну это мы увидим уже в следующем ролике. Все, всем спасибо за просмотр, оценки. Всем удачи, всем кусь-кусь. С вами был RCB, канал Зонтик Channel.